Более 100 рабочих трудятся на строительстве образовательного кластера в микрорайоне «Гусарская баллада». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход работ. К 25 января должно завершиться обустройство фундамента под здание школы на участках застройки, где не выносятся сети. В конце месяца строители должны приступить к окончательным работам, связанным с основанием. Активно идут работы по строительству детского сада. Подрядчик уже завершил вынос существующих сетей водоснабжения с территории застройки. Напомним, школа в Гусарской Балладе рассчитана на 2200 мест. Ее площадь почти 30 тысяч квадратных метров. Рядом обустроят стадион с футбольным полем и площадки для активных игр и занятий различными видами спорта. Сдача объекта запланирована на 2023 год. Детский сад на 400 воспитанников будет готов принять малышей раньше, уже в этом году. Площадь объекта более 5400 квадратных метров. По завершении строительства на прилегающей территории проведут комплексное благоустройство и озеленение.